Чего ежегодно ждут все первокурсники МГИМО? Старостата, знакомство с организациями или, может быть, посвящение в студенты? Это все, конечно, да, но есть еще кое-что. Многочасовые репетиции, продумывание танцев и сценария. Этим занимались студенты на протяжении последних 2 месяцев. А, кстати, еще путешествовали во времени. Ведь именно так звучит тематика битвы факультетов 2022. Традиционно участники подготовили видео-визитки, сценки и танцевальные номера. Огромное количество студентов пришло поддержать своих товарищей. Буквально каждую минуту ребята размахивали плакатами, выкрикивали названия факультетов и слова поддержки. Прямо сейчас выступил факультет управления и политики. Реакция бурная. Давайте побежим за кулисы и узнаем впечатления ребят от их выступления. Ребятки, я видела ваше выступление, оно, конечно, бомбическое. Я вообще зарядилась энергией. Как ваше это впечатление? Вы довольны собой? Абсолютно довольны. Мы отработали на все 100 и хотим сказать огромное спасибо нашей команде поддержки. Ребят, вы лучшие. Вы первые, значит, лучшие. Я уверена, что у нас все прошло отлично. Мы с моим факультетом международной журналистики выступили самые первые, поэтому я уже не волнуюсь. А вот факультет международного права выступает только 6-ми. Девочки, как у вас впечатления? Боитесь? Страшно? Волнуетесь? Мы заряжены. Подтверди. Настроены на победу. Что выступили, как ваши эмоции? Довольны результатом? Безумно довольны. Это было действительно лучшее событие за нашу еще небольшую студенческую жизнь. Я очень счастлива, что наконец-то мы смогли выступить. Как думаете, победите? Очень на это надеемся, очень в нас верим. Безусловно, выступление каждого факультета достойно отдельного внимания. Детально продуманные костюмы и движения, задорные песни, которые ребята сочиняли сами, захватывающий сюжет каждой сценки. Одним словом, первокурсники действительно постарались удивить зрителей своими номерами. А, девочки, скажите, у вас образ какого века, времени? Я не знаю, откуда вы к нам сбежали, из какого века? 20-х годов. Тема у нас была расследование. Детектив. Да. Детектив, да. И как вы, довольны своим выступлением? Я считаю, что да, мы выложились на полное 100. А дальше будем ждем ждать результатов, да. Жюри. И где лучше, в 20-х годах или у нас здесь? Все-таки, наверное, здесь. Я думаю, что в каждом времени есть свои прекрасы. Ребят, вы только что выступили. Расскажите, во-первых, из какого измерения вы к нам сбежали, а во-вторых, как ваши эмоции и впечатления? Мы сбежали из измерения комедии, факультет МИЭП. Впечатления. Мы отдали все, что у нас было. Мы отдали всю нашу энергию, которая у нас только была. Мы очень надеемся, что мы зарядили позитивом зрителей. И очень надеемся, что они почувствовали нашу дружескую, мощную атмосферу семьи МИЭПа. Вот что значит МГИМО. Семья со мной, конкуренты, считая, делятся реквизитом. Спасибо тебе большое. Как тебя зовут? Меня зовут Лера. Я учусь на первом курсе МЭО МИЭП, и, конечно, мы вообще за дружбу и против вражды. Ты довольна вообще своим выступлением? Да, я очень довольна. Все прошло супер классно, потрясающе, просто бомбически. Молодой человек, скажите, пожалуйста, вы из какого века к нам сбежали? Я из 16-го. А да, и как да. У вас там? Вроде вполне себе прилично, вот живу. Попал как-то сюда. А вы что здесь делаете, можно узнать, пожалуйста? Да, я шел по лесу, наткнулся на что-то непонятное, и меня принесло сюда вообще. Я в шоке. Оценивала ребят справедливое и компетентное жюри. Ректор МГИМО, чрезвычайный полномочный посол, академик РАН Анатолий Васильевич Туркунов. Проректор МГИМО Станислав Игоревич Суровцев. Советник ректора МГИМО Игорь Александрович Логинов. Директор эндаумент фонда МГИМО Марина Алексеевна Петрова. А также приглашенные гости. Певица Ирина Дубцова, музыкальный продюсер Светлана Столповских и певец Бах Тим. С минуты на минуту объявят результаты, так что я побежала к своим ребятам. Саш, а ты снимай! В конце мероприятия Анатолий Васильевич Туркунов поздравил ребят с успешными выступлениями и отметил, что в МГИМО всегда есть место творчеству. Я должен вам сказать, что вообще петь, танцевать, выступать на сцене – это одна из замечательных, восхитительных черт нашего университета.
Хочу напомнить тем, кто не знает, что я тоже и пел, и танцевал, и выступал. Третье место досталось факультету международного права. Второе место занял факультет международных отношений. Заветный кубок в 2022 году получил факультет международных экономических отношений. Ну что, как ваши эмоции и впечатления? Вы большие молодцы, у вас супер номер! Ну, я вообще как куратор просто. И я могу сказать, что ребята проделали колоссальную работу. Они невероятные молодцы. Они очень воспитанные, очень правильные дети. И очень хорошо то, что они поступили именно к нам, потому что есть на кого положиться. Это настоящее будущее поколение, которое... Самые дисциплинированные. Мы даже не столько делали, сколько они. Я получила просто эти 2 часа, 2,5 часа, не знаю, сколько прошло времени, я потеряла счет времени, потому что это было здорово на одном дыхании. Я поздравляю и победителей, и всех участников. Совершенно не главное занять какое-то место, главное, что все, абсолютно все талантливы на 100%. Вот и закончилась битва факультетов 2022. Бешеный драйв, яркие эмоции, зажигательные танцы. В общем, это было очень круто. Мне очень понравилось, и я надеюсь, что вам тоже. Елизавета Крылова, Александр Чурсин, ГИМО 360.